есть и что формировать. Слушай, это лучше по новостям посмотреть. Да, конечно. Играла. Гол. И на лукаша то рух тусу. И вьюк пошутся рабка, а шна авенкарра адгил такыра, рыцкетой, акарква агрессорша он. Хай бэк дыржагата, игры адзиес, а хукаша, и штурфит апсна авенкарра абирал. Шепцык ясный фон, а ща артурный бэкна, рыцадгил, рыцо акутый, кацрак зымдырвас, а гумкеру азовкват атей фанагапа, азырвет. Апсентула ашарта им дагыла, радка ты амшку им дагны, рыгатур на хаткалам, и хасы бачуан, нхыт кавказки хашка, а раа нырцки ясварапа патарнакша, урыстылами, алада, вовсул тылами, и дешови, а республика амни, татухарала арак яс айбачша. Урдзеге, а кырдзе и штырхи, а яшей, а какой трензе, хажва, рухвара, амчфара, а хопса. А дунейлов чабая адрей, а фашизм, а кагыларыша, абсвагла сжатымыз. Зеквила, адгылайча шрымыз. Хажлан кагыла за трагедия тушваран, а ройчида на нагзей мрагыларапи, мратакарапи фонта. Тактила, тактикала, стратегила, реймадара. Рейс Фирара, Айбечер Амса, Айла Шурака, и Иван, и Чакбулон, и Зрыхпон, Зепшис Гилус, Апсендула Арджер Мичпа. Уртроп Ефеги, Ренскарра, Кянтедара, Чакут Хадас Ямо. Тула Турупача, Адакачус, Азатус, Гиларызик, Шоу, Рукпара, Абхалидулара, Азим, Аяйна, Симбол Хадас Яму, и Дерчук Абстахентарра, Ашитаркой, Владислав Арденбар. Выкива было командирца Дершакова, Султанца Шналиев, Сергей Бар, Владимир Арсва, Гири Агарба, Мурси Горсия, Запсадгел Ашитарда, Шиамейца. Спорпой и все, а Папитра, Запсадара, Флэсус Зеге, Рыбалкара, Акапка. И того, кто рахтует, а Фортаса Ранаша, Рабаша, Урк Ядышу, Ачхары, Акухары, Акумшарынцы. Нагдарак Зайд, и Пепшим Айсфара Анвину, Апсны Абинкарда, Урк Сыгалы Юнуса Голод, Аяйры, Акапшим Рырымш, Индюк Бышуса Апутра. Уважаемые соотечественники, уважаемые ветераны, товарищи генералы, офицеры и солдаты, уважаемые гости, День Победы и Независимости, которую мы отмечаем вместе с соратниками, братьями, друзьями, стал неотъемлемой частью нашей новейшей истории. Наш народ глубоко выстрадал свою священную свободу, положив на нее алтарь жизнь сотен и тысяч своих отважных сынов и дочерей. И в этой неравной борьбе грузинскими полчищами и головно вторгшимися на территорию Абхазии в августе 92 года с нами были братья Северного Кавказа, наши зарубежные соотечественники, добровольцы из России, Южная Осетия, Приднестровье и других государств ближнего и дальнего зарубежья. По призыву Конфедерации народов Кавказа вылезли к нам техническими горными топами. По прибытию, сражающимся Абхазии, попали все до ее топ защитников. Наш народ никогда не помнил о том, какую перспективную и организаторскую роль сыграли в формировании общекавказского движения по детству Абхазии такие яркие боевые личности, как Юрий Калмыков, Султан Сахалиев,
ну Саша Нима, ну Супсов Анбека, Адам Суадер и другие признанные люди. Это мощное изменение борцов за справедливость стало главным идеологическим оружием, против которого не смогли устоять. Русская пропагандистская машина, распространенный режим, проводить на контролируемой территории политику откровенного терроризма. Против практически безоружного народа были брошены танки, авиация, артиллерия, подвергалась бомбардировкам мирные гражданские населения. Расстреливались памятники культуры, подвергались насилию и издевательствам тысячи жителей городов и районов России. Многие международные организации, в том числе и правозащитные, преднамеренно замалчивали факты военных преступлений грузинской армии. Подборка своим политическим заявлением Шабанадзе и его предшественников подготовленных к угодам года Войска Украины. Пусть военные действия были преданы забвению международных правовых норм. Однако мужественному народу Абхазии, первому парламенту, во главе со своим великим лидером, основателем независимого абхазского государства Владиславом Артуровым, удалось развеять методично распространявшуюся ложь по причинам начала войны и нанести сокрушительное поражение тем, кто пытался раз и навсегда уничтожить нашу государство. Решить абхазский этнос исторической памяти. Бояк закалялся дух победоносной абхазской армии. В экстремальных военных условиях было создано Министерство обороны Республики Абхазии. Формировались батальоны и бригады. Усиливалось взаимодействие всех фронтов, укреплялся тылок. Под непосредственным руководством главнокомандующего давалась объективная оценка неудачным наступательным операциям. Принимались все необходимые меры для выполнения главной задачи окончательного издания противника. Можно разве на такой же рейх так оделся, погиб от страны? 25 лет – это сравнительно небольшой срок для масштаба мировой истории. Однако для нашего народа это целая эпоха, заполненные поносными событиями. За это время Абхазия успела защитить страну, принесенные войной. Но суверенитет и независимость признаны рядом государств. Благодаря всесторонней поддержке России, нашего союза и стратегического партнера, Абхазия восстанавливает свои экономические потенциалы, повышает свою обороноспособность, укрепляет безопасность. Большим событием в отечественной политике стало признание Сирийской Арабской Республики. Не знаю.